Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня бы я хотела немного рассказать вам о романе Эрих Мария Ремарка «Триумфальная арка». Этот автор занимает особое место в списке моих самых любимых писателей, и я не представляю, как можно не полюбить его после первого же знакомства. У многих его произведения ассоциируются с войной, однако в «Триумфальной арке» войны как таковой нет. Мысль о ней витает в воздухе, все понимают, что это неизбежно, но военные действия на страницах книги не разворачиваются. Здесь нам рассказывают о немецком эмигранте докторе Равиче. Да, я читала роман в переводе Рудницкого и осталась им очень довольна. События происходят в Париже 1938-1939 годов. У главного героя нет французского гражданства. Он не имеет права оперировать в этой стране и проживает и работает нелегально. Это накладывает серьезный отпечаток на его жизнь, на его чувства и на его поступки. В самом начале книги он знакомится с итальянской актрисой Жоан Маду, с которой будет связана главная любовная линия. По сюжету больше ничего рассказывать не буду, чтобы случайно не наспойлерить тем, кто еще не знаком с этим произведением. Лучше расскажу о том, почему эта книга вошла в топ-10 моих самых любимых, прочитанных на сегодняшний день. Первое, что мне бы хотелось отметить, это невероятный слог Ремарка. Сказать, что он пишет красиво, не сказать ничего. Он абсолютно обыденные вещи превращает в маленькие шедевры. Перед тем, как садиться снимать это видео, я открыла книгу на абсолютно случайных страницах и выписала несколько примеров. И вот что у меня получилось. «Одиночество — это вечный рефрен жизни». Или «Благо уютных мелочей, вода, твое дыхание и вечерний дождь». Или «Без любви ты никто, ты всего лишь мертвец в отпуске». Так, имя, фамилия и парочка дат для надгробия. Но самое запоминающееся для меня — это были яркие диалоги. Фразы персонажей такие красочные, такие атмосферные и такие зачастую острые, что, как бы сказал Даниил Хармс, если бросить их в окно, то стекло разобьется. Многие из них я до сих пор помню наизусть. Например, «Вы о себе рассказывать не любите, верно?» «Я о себе даже думать не люблю». Или «Вера легко оборачивается фанатизмом. Недаром во имя всех религий пролито столько крови. Терпимость — это дитя сомнений. Не потому ли вы при всей вашей вере относитесь ко мне куда агрессивней, чем я, отпетый безбожник, отношусь к вам?» И таких примеров в романе просто невероятное количество, можно сидеть с ручкой и выписывать, разбирать на цитаты всю книгу. Я еще могу бесконечно долго говорить про прекрасный слог автора, но лучше открыть книгу и самостоятельно познакомиться с ним. Второе, что мне очень понравилось в романе, это атмосфера. Текст пропитан алкоголем, а точнее кальвадосом, который имеет особое значение для главных героев. Роман насквозь пропах крепкими сигаретами, сыростью от регулярных ливней в Париже и эфиром, без которого не обходится ни одна серьезная операция, проводить которую, конечно же, приглашают доктора Равича. Третье, что мне бы хотелось отметить, это интересная любовная линия. В ней для меня необычно все, от того, в какой ситуации познакомились главные герои, до совершенно сумасшедшего развития их отношений. Жоан Маду — это первый женский персонаж, от которого меня в прямом смысле воротит. Как выразился однажды Равич, я извиняюсь, сука паскудная, не убавить, не прибавить. Я вот сейчас позволю себе последний раз зачитать отрывок из романа, чтобы вы не посчитали мое утверждение голословным. Секундочку. Вот, вы только послушайте. Ты всегда был такой уверенный, до того уверенный, с ума сойти. Эту твою уверенность казалось ничем не прошибить. Как я ненавидела это твое высокомерие, это твое превосходство. А мне нужно, чтобы мной восхищались, голову из-за меня теряли. Чтобы кто-то без меня жить не мог. А ты можешь и всегда мог. Я тебе не нужна. Ты холодный, как рыба, и пустой. Ты никого не любишь. Тебе до меня почти никогда и не было дела. Как вам? Я лично к таким персонажам не испытывала абсолютно никакой симпатии, и они не вызывают у меня ни сопереживания, ни сочувствия, ничего. Жоан Маду мне показалась такой плоской женщиной,
что я не представляю, почему можно было в нее влюбиться. За что? Психопатка. Не иначе. Я не знаю, что сказать о ней. Серьезно. Очень странный персонаж, и тем не менее, очень колоритный, очень эффектный. И наблюдать за развитием их отношений — это просто вот так вот. Ты сидишь и просто пролистываешь каждую страничку, потому что там такое сумасшествие происходит. Попробуйте, вам понравится. Четвертый и, пожалуй, последний пункт, который я бы хотела выделить, это очень хорошо прописанные второстепенные персонажи. Они настолько самодостаточные, что каждый из них мог бы послужить основой для отдельного романа или хотя бы повести. Это, например, роскошная дама Кэте, которую изнутри пожирает страшная болезнь. Это парнишка Жано, который потерял ногу в аварии и абсолютно не переживает по этому поводу, так как теперь на страховые выплаты они с мамой смогут открыть собственную лавку. Это и нацист Хааги, который приезжает в Париж по спецпоручению и при этом околачивается в борделях. И, наконец, это милые девушки с пониженной социальной ответственностью, которые больше всего на свете боятся попасть в больницу, так как за 2 недели лечения они не смогут зарабатывать денег. В завершение обзора мне бы хотелось отметить вот что. Многие считают «Триумфальную арку» грустным и беспросветным романом, однако я в этой истории разглядела неистовую жажду жизни, которая проглядывается буквально в каждой детали. Так что не стоит бояться ремарка за трагичностью, гнетущей атмосферой и печальными событиями кроется неистовая любовь к жизни. Поэтому советую прочитать роман «Триумфальная арка» всем, кто до сих пор этого не сделал. И очень надеюсь, что он понравится вам не меньше, чем мне. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!